Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня мы играем в Дор. Ой. Мы играем сегодня в Roblox. Пережить ночь в этом. Пережить ночь. То есть тут нужно целых 30 этих штучек. Этих штук активировать. И убежать от пылесоса. Нам нужна тут курица. Курица. Где же курица? Вижу курицу. Где столб-то? Я его где-то тут видел. Он меня увидел, да? Как лагает-то? За него играет ботчик. Вот еще. А, она активировала. А, вот еще появился. Нужно мясо. Опять бежать куда-то надо. Бесит. Со мной еще какая-то девка. То есть стоит. Все тоже один активирую. Итак, сегодня хочу порекомендовать канал Кирилл Бэй Ужасы. Я говорю вам, зачем я его заново рекомендую? Ну, потому что... Ой. И тот канал... заблокировали. Так что... ссылка на него канал в описании. Подписывайтесь. Видео выходит в таком формате. Даже в таком. Не, ну так быстро ядерная бомба, мне кажется, не ломается. Спасибо. Канал очень интересный, рекомендую. Вот еще один соспавнился. Лук нужен, лук. Так, где еще что-то? Там где-то, да, заспавнился. Что? Сюда нужны сосиски. Сосиски. Где же у нас сосиски? Это сосиски и грибы, и арбуз нам нужны. Сосиски, грибы. О, вот это классная хрень. Если он мне где-то... Ой. Сосиски сюда? Да. Мне нужно печенье. Мне нужно найти гриб. Печенье надо взять. Печенье. Вот. Так, есть время. Грибы! Сюда! А, спагетти! Спагетти. А, ее ударили. А за нахер мне мыло? Ладно. Раз она у нее, значит нужны. А! Твою мать! А что ты тут-то делал? Я думал, вот тут это красное я увидел. Говно-то собачье. Господи, теперь 3 минуты ждать. За 3 минуты вряд ли у меня она успеет заспавниться. Вот это говно наступать нельзя. А, она сдохла? Реально? Но я один остался. Активировала только 13. Мне нужно еще грибы взять, потому что там еще не активирован. Что тут? Нужно какое-то... Что это такое? Сэндвич с мороженым. Ах ты ж тварь. Отстань! Да, и там еще это говно лежит. На него надо... На него лучше
рекомендуется не наступать. Для нам что надо было? Арбуз, бляха-муха, точно. Значит, нам нужно выкинуть. Я сейчас на этот люк наступил, меня эта падла выскочила. Я обосрался. Пылесос тупой. Я активировал только 14. Сыр нужен. Активирую это. Сыр. Вот видите, на вот это говно не надо лучше наступать. Сразу вам говорю. Так, осталось совсем немного. Где он? Ага, вижу. Где я еще-то? Мне еще жизнь-то восстановится. Тыква нужна. Где тут тыква? Сейчас. Да ты твою мать, ты откуда тут-то взялся? Ладно, я не пойду тут лучше. Где тыкву-то я возьму вам? Я не знаю, где тыква. Тыква-то я не знаю, где у нас лежит. Я его точно вижу. Кифтыми. Где тыква лежит-то, я не знаю. Как понимаю, мне нужно ладно. Так, осталось 9 этих хрень активировать. Теперь 8 осталось. Теперь у всех убить с 3 вашего базовой скорости. Ну да, ну-то серьезно. На бумагу мне нужно. Тут еще. Ах ты ж тварь.
Ага. Попкорн. Попкорн. Лук мне нужен. Лук, вот он рядом только. А, их двое! Мне осталось активировать 6 этих херовин. Ага. На 10 секунд, как это много. Картошка мне нужна. Где картошка? Чего? Это лимон был. А! Мне осталось 4 этого говна найти. Сюда попкорн нужен, да? Да, попкорн. Только где мне его найти сейчас? Попкорн, вот он. Угу, вот еще. Что тебе нужен? Виноград. Спасибо. Виноград. Да ты издевайся. Я активировать столб и за виноградом. Виноград, где ты? Кто что пролил? Что пролил, постарайтесь. Кто что пролил, нет, постарайтесь не проходить мимо. А ты прям идеальный. Мне нужен виноград. Где он? Где виноград мой? Вот он. Как ты ж тварь. Вы чё? Объединились что ли? Молодцы! Где молоко лежит? Молоко. О, тут еще что у нас? Курица нужна. Я его прям сейчас все активирую. Осталось активировать последний. Пошла ты нахер, морковь тупая. Я просто пойду и активирую тот, какой хотел. Да! Да, я прошел! Магазин открылся. Your service finished.
Ты прожил ночь. Ура! Наконец-то! Да! Да! Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока!